Вот здесь жила собачка. Мне очень камера помогает выходить из упаднического состояния. Бороться, ну как, выжить в упадническом состоянии духа, в которое погружен уже достаточно давно. И я вот и уже говорил, что прошу у вас, друзья, вот кто смотрит это видео, провести этот эксперимент. То есть вот у вас упадническое состояние души, вот возьмите свой смартфон, выйдите на улицу, попытайтесь снять и рассказать на камеру. Либо просто об этой проблеме, либо я не знаю, как вообще. Ну, в целом-то понятно, как это действует. Это же, что называется, как Варламов говорит, пойти и проговорить с психологом. То есть это действует потому, что ты просто идешь и проговариваешь. А пока ты проговариваешь, у тебя мозг просто, он же тоже, это эмоциональная субстанция. Вот и все. Поэтому чтобы он не сваливался в такие эти вещи. Вот. Да, походу мы успеем.